Меня зовут Кокенова Алия Маратовна. Родом из Акмолинской области и Сильского района. По профессии педагог-хореограф. Родом я из обычной семьи. Мой отец был педагогом труда, а мама воспитателем. Они были категорически против. Они считали, что танцы – это ничего серьезного. Мне пришлось обратиться к своей бабушке. Получается, я несколько занятий ходила на танцы, но родители всегда думали, что я у бабушки. Ну, потом родители узнали, и как бы они сказали, если нравится, то, конечно, посещай. Но они никогда не думали, что я вообще стану педагогом по танцам. Поступила я в Кустанайский педагогический колледж на профессию педагог-хореограф. И вот в дальнейшем, в конце первого курса, меня пригласили в Кустанайскую областную филармонию имени Елюбая Умурзакова. Учили танцы, там более 45 видов танцев, и надо было все выучить. И помню, к нам приезжал Улат, постановщик с Узбекистана. Делали полностью на его песне потанцовки. И тогда он заметил и начал называть меня Акукыз, девушка-лебедь. И тогда вот наши руководители, Кривова Елена Владимировна и Борская Елена Владимировна, они меня стали ставить солистой, то есть сольную партию давать. И тогда мне руководители предложили сделать постановку профессиональную на ансамбль, с которым я сама работала. А к этой постановке я прям расписывала, рисовала, я прям так готовилась. И вот сейчас иногда пересматриваю эту постановку и думаю, действительно ли это я вообще поставила, потому что такие переходы интересные, потом плюс разработка костюма тоже руководители вместе со мной разрабатывали. И вот после окончания колледжа я работала в школе детского творчества. Я там проработала 7 лет. Кто мне действительно помогал в начинаниях как педагог, который меня направлял, это мой коллега, мой друг Константин. Готовили детей на международные конкурсы и на республиканские конкурсы. То есть мы с ним такие отчетные концерты делали шикарные. Когда дети занимали гран-при, и ты там сама стоишь со слезами, плачешь от того, что ты в это не веришь, и дети стоят, плачут, то есть в таком плане. Потом я ездила с детьми в город Анапа, мы возили детей тоже. После этого я повстречала свою первую любовь, и мы поженились и переехали в город Нур-Султан. Сейчас в городе Нур-Султан я работаю во дворце школьников имени Махамбета Утемисова и также параллельно совмещаю работу в частной школе. Если говорить о моей поддержке, то в первую очередь моя поддержка – это моя семья. Хочется выразить огромную благодарность своей маме, сестре. Они меня всегда поддерживают во всех начинаниях. Хочется большое спасибо сказать моему мужу. И он меня всегда старается отвлечь дома, чтобы максимально я себя почувствовала любимой. И поэтому я горжусь и благодарна своему мужу, своим родителям. За весь мой молодой профессиональный путь очень много наград. За пределами Казахстана это вот в городе Анапа мы ездили, в городе Москва, также в городе Челябинск. И вот именно с областной филармонией мы побывали в Уфе, в Башкортостане, участвовали на международном конкурсе. Также с детьми самый такой запоминающий конкурс международный вот был недавно. У меня участвовало 7 групп. И из 7 групп у нас 4 гран-при. И вот благодаря вот этим наградам сейчас у детей большой стимул. И это очень сильно вдохновляет. Работая во дворце школьников, хочется отметить то, что дети ходят абсолютно на бесплатной основе. Благодаря государственной поддержке дети могут посещать занятия хореографии. У нас очень много на базе нашего дворца, очень много кружков. Могу сказать, в целом поддержка оказывается колоссальная. Танец – это искусство. Оно подвластно абсолютно каждому, и взрослому, и детям. Самое главное в танце – это умение трудиться, умение быть лучше. Любите, танцуйте, занимайтесь творчеством, радуйтесь каждому дню, ведь нам подвластно все.